Vas-y, bah. Скажите, а слышно ли шуршание маркера? Нормально ли звук? Ну, спасибо. Спасибо. Ну, браво, спасибо. Вот я тестирую, сколько времени у меня уйдет. Я хочу вот такой лист большой формата А2. Это 2 А3 и 4 А4. Как можно быстрее заполнить. И поэтому я не трогаю перо. Я сегодня купил маркеры. Такой тип. И такой. И пытаюсь сделать эту историю быстрее. Чтобы мне это было легко. Чтобы я мог в фоновом режиме рисовать и смотреть там какое-нибудь кино. Еще какой-нибудь ерундой заниматься. Но вот это тренировалось автоматически. Вот это, то, что тут нарисовано, кажется, это 1,5 часа. Но это за прошлый стрим. Нет, может быть, 2 часа. Нарисовано за то время, сколько шло кино Зака Снайдера. Это как у него свежий фильм-то? Про казино в Лас-Вегасе. Про зомби.
Вот, короче, сколько это кино шло, столько времени я рисовал. Ну, на экшн-сценах там приходилось перематывать, обратно пересматривать, но плюс-минус столько. Да, хорошая идея. Нет, на заказ я не рисую. На заказ я рисую проекты ландшафтные, архитектурные. Вернее, проектирую. Фильм, как же, что там про мертвецов? То ли «Атака мертвецов», то ли... Ну, недавно вышел Зак Снайдер. Этот трейлер крутили много прям. Там еще был «Зомби-тигр». Как называется? «Армия мертвецов». Во, точно. Ну нет, нет, не подпрыгиваю. Я живу в архитектурном проектировании, меня этим не напугаешь. Ну, фильм такой угарный. Пугать, да. Ну, напугать уже сложно. Уже сложнее. Про будущее в России не знаю. В Италии, там, где работаю, это очень странная тоже ситуация, потому что архитекторы, которые там учатся, они обречены не найти себе работу в Италии. В Италии они могут найти только реставрацию. Проектирование нет. Потому что вся страна — это страна архитекторов. Но тем не менее молодежь с энтузиазмом, достойным лучшего применения, идет в архитектуру. И этот поступок, он граничит с сумасшествием. Но люди, несмотря на это, берут и идут в архитектуру. Надеются они на следующее, то, что они поедут в Америку. Ну или другие страны, где не умеют проектировать. Или проектируют настолько фигово, что даже просто итальянец, получивший нормальное архитектурное образование, будет топчик. Примерно такая ситуация про Россию. Не знаю. Тут все удачно копирует с Запада. В итоге говорят, что у нас не хуже, но на самом деле какой-то жесть. Разведчики, многие художники, ну круто. Ну, а, наверное, им запоминать нужно, потому что... Ну, я не скажу, кстати, что рисование у меня
память развивает как-то. Наоборот, у меня, ну не наоборот, мозг быстро выкидывает ненужные знания. Про дизайнеров ничего не знаю вообще. Это просто от слова совсем. Вот, мне тоже. Я одновременно и отдыхаю, и когда я это делаю, у меня находится время там на аудиокнигу, там еще на что-нибудь. И мозг очищается. Я сегодня сидел весь вечер до упора в кофейнике и проектил. Один текущий проект. Мне нужно вот это вот сбросить и позаниматься деятельностью, которая не требует интенсивного напряжения мозгов. А вот такая генерация вот этой структуры, это и супер полезно, ну, там, композицию себе отрабатывать на бессмысленных элементах. И реально расслабляет. И плюс я гоняю те штуки, которые мне сейчас нужны. Это все супер нелепое, но это как на одном листе рисовать там 10-20 набросков и делать так, чтобы этот лист выглядел симпатично в целом. Вот примерно это я и делаю. Ну, слушайте, я не знаю, говорят, программисты очень нужны. Спасибо большое. Я сейчас пытаюсь эксплуатировать, собственно, типа насмотренность и переводить ее в какие-то конкретные формы под постоянно изменяющиеся задачи на листе, которые я сам же и пушу изменяться. Ну, это странное занятие. Ой, мне вчера на набросках дали супер совет по рисунку. Ну, короче, ходил на наброски. И там вел эти наброски какой-то старый мэтр. Прям такой. И так смотрит на мои эскизики. А я там типа, ну, всегда людям говорю комплементарные штуки. А у него набросок был прям крутой-крутой. И крутость это была в том, что он был супер конструктивный. Прям видна классическая школа. Ну, я так говорю, что типа, о, супер. Конструктив. Сила. Рисуем анатомию. Рисуем девушку. Он такой смотрит мой рисунок и говорит, ведь не очень весело рисовать глупые рисунки. Рисунок должен быть умным. Я такой, я не очень вас понимаю, скажите мне проще. И он начинает мне показывать странную штуку.
как большие формы своей динамикой переходят друг в друга. Например, вот это переходит в эту и закручивается вот здесь. Ну, короче, эти листы, которые у меня сейчас, у меня там тоже большие листы, показывать не буду, потому что TikTok нафиг меня забанит сразу. Но для меня это стало прям открытием. И за 1,5 часа мой рисунок обнаженной натуры, короче, изменился настолько радикально, что я, честно говоря, не узнал бы. Если бы мне показали, сказали, да, это ты нарисовал. Я такой, нет, что невозможно, я так не умею. И вот этот эффект, он сработал за 1,5 часа. Я не знаю, там можете посмотреть в этой, в Instagram Stories, но, может быть, уже не осталось, потому что это было... не вчера вечером, а позавчера. Ну, кто мои сторис смотрит, те, наверное, видели. Вот эти наброски. И там вместе с моделью. Я прям смотрел и не верил, что это я нарисовал. Всего лишь мне дали один совет. Перед тем, как поступать на архитектора, я советую очень хорошо подумать. Итальянская, конечно. Но только итальянцы знают про архитектуру классику. Больше никто не знает. Не знают так, как знают итальянцы. Все знают, что они очень умные, все очень много знают. Но это все пока не столкнуться в реальности с каким-нибудь старинным архитектором. Мне повезло столкнуться, и я понял, что я ничего не знаю. И мало того, и люди вокруг меня тоже не знают ничего про это, что есть настоящая школа. Ну и настоящее проектирование. Спасибо. Вот пока из маркеров, которые я попробовал. Вот этот больше всех нравится, микрон. Ну, пока он новый. И пока он может рисовать углом. И вот эти фрагменты, они намного более четкие, чем вот эти. Здесь маркер уже затупился. Ну вот я знаю, что их можно затачивать. Если кто не знал, маркеры можно затачивать. Для меня это было открытием, но, в общем, я когда об этом узнал, я очень удивился. Доброй ночи.
Слушайте, третий день уже пытаюсь купить себе моноколесо. И не могу. Мне не хотят его продавать, прикиньте. О, спасибо большое. Мне терпение вообще не нужно. Это автоматический процесс. Я наоборот отдыхаю. В Петербурге пытаюсь третий день мониторю сайты и хочу себе купить моноколесо там. Кинсонг. И 100-500 сайтов его продают и участвуют в этом поисковой выдаче. Но куда я не позвоню, у всех нету в наличии. И там начинаешь смотреть, а это есть, что в наличии, это есть, что в наличии. На самом деле оказывается, что есть там 2-3 модели, ну, может, ну, несколько моделей. Большей частью супер дорогих. А то, что я хочу, оно, ну, что, ну, там с ракет стоит. Я его купить-то не могу. Что за такое? Я думал, можно взять просто и купить. А нет, не получается. Что за бред? За эти 3 дня мне только 2 раза предложили типа альтернативу, хоть сколько-нибудь заинтересовались мной как покупателем. Типа, может быть, посмотрите вот это. Ну окей. Ну, не хотите, идите. Короче, я в шоке. Как у нас продают? Как что? Спасибо. Нет, это не талант. Это тупо как спорт. Количество подходов решает. Таланта нет. Ну, может, есть талант, но вообще он ничего не значит. Он в этом процессе ничего не значит. Все это прямые формы, вот такие, и сочетание их. И количество труда и усилий, вбитых в практику. Все, больше ничего. И нас, ну и насмотренность. Я изнутри процесса вам говорю, что это не талант. Спасибо. Думаю, насколько хватит свежекупленного микрона, пока он не начнет делать линию такой. Ватный. Пока все идет неплохо. Я так тестирую этот набор. Это я сегодня купил скетчмаркеры 2 и микрон 1. И тестирую, чем мне хочется рисовать. Пока что хочется вот этим.
Спасибо.
Нет, я никого не рисую. Нет, я же говорю, я никого не рисую.
Спасибо. Спасибо. Ну круто. Я тоже срисовываю часто.
Вот это я не копирую, это я рисую из головы. А копирую я Пиранези и Рембрандта.
Спасибо.
Доброй ночи. Это упражнение по графике, тренировочки. Ну, графика. Вот это тычка ванина. Нет, ничего не нарисую. Так буду тыкать.
Так, смотрю, что получилось. В общем, я над ним больше работать не буду. Меня результат устраивает. Смотрим детали. Вон там человечек наш стоит. Не вот человечек. И внизу структура такая. О, самое главное забыл. Что ж это я? В общем, результат тренировки. Этот тлинер крутой. Вот этот тоже крутой. Вот это еще нужно подумать, поюзать. В общем, дальше будет эксперимент. Ну, я пошел пить кофе. Спасибо. Всем чао-чао. И это видео, наверное, на YouTube уложу. Там, где этот таппинг. Всем пока.